Таджикские синоптики предупреждают, что до 8 февраля в стране будет туманно, на больших горных автодорогах сохранятся гололедные явления, есть риск схода лавин. По данным синоптиков, 8 и 11 февраля в Душанбе и районах республиканского подчинения ожидаются дожди, днем около плюс 5 градусов. Все остальные дни на неделе будут теплее, преимущественно без осадков, но временами слабый туман. Температура ночью от минус 1 до плюс 1 градуса, днем плюс 13-15 градусов. По горным районам РП ночью 3-8 градусов, днем минус 3. Плюс 2 градуса. Прогноз погоды в Худжанде и по Сагдийской области почти такой же. Во вторник и в пятницу пройдут дожди, местами мокрый снег. В выходные осадки продолжатся. Средняя температура воздуха в дневные часы плюс 7-9 градусов, а во время осадков похолодает на 3 градуса. Ночью по области плюс 3-5 градусов, а в горных районах морозно до 8 градусов. В Хароге и по Горно-Бадахшанской автономной области плюс 8-9 градусов Цельсия, а также 11 февраля ожидаются снегопады, временами сильные. Днем прогнозируется 2-0 градусов, весна или морозы. Чего ждать от таджикской погоды в феврале, что касается ночной температуры, то с понедельника до субботы произойдет заметное потепление. Столбик термометра Пакба будет меняться с 19 градусов до 7 градусов, по востоку Памира ночью 17-22 градуса, местами до 30 градусов. В Хатлонской области и по Кулябу всю неделю солнечно, без осадков. Днем плюс 16-18 градусов, ночью плюс 1-3 градуса. Лишь в пятницу, 11 февраля, днем похолодает до плюс 4 градусов, пройдут ливни. Дожди и 30-дусные морозы. Точный прогноз погоды в Таджикистане на февраль, что касается предгорных районов на юге Таджикистана, то там ночью 0-5 градусов, днем плюс 5-10 градусов.